Ну, вот томские чиновники ищут подрядчика на поиск проблемного дорожного полотна за 800 тысяч рублей. Сумма меньше, чем планировали в мэрии. Изначально на мониторинг технического состояния асфальта после зимы городские власти были готовы выделить 1,5 миллиона рублей. Заявку подали 72 участника. По завершению аукциона стоимость работы упала на 45%. Название подрядной организации сообщат через несколько дней. Победитель торгов должен будет провести полную диагностику дорожного полотна, проверить на ровность и наличие дефектов. В мэрии надеются уложиться с этой работой до конца мая, а затем приступить к ремонту.